Засунуть голову в пасть льву значит продемонстрировать максимальное бесстрашие. Именно этим трюком удивляет зрителей дрессировщик Алексей Макаренко. Он заходит в клетку с хищниками, находится в метре от 6 огромных львов и умело ими руководит. Метод его работы называется контактным. Нет ни хлыстов, ни палок, только сила убеждения. Дрессировщик разговаривает с огромными кошками, и они выполняют трюки. Карабкаются по канатам, прыгают через барьеры и катаются на подъемнике. Мне понравилось, как дрессировщик засовывал голову в пасть. Вот. Нам тоже это понравилось. Мне кажется, они делают все по памяти, что надо делают. Он даже им ничего не говорит, они все делают. Он говорит, подойди сюда, он подходит, ложится. Мне понравились и вы. Так, что они делали? Мне понравилось, как и вы ходили на двух ногах. Да. Новое шоу – это удивительное сочетание разных жанров, стилистик и даже эпох. Одни номера погружают нас в чарующую атмосферу Востока, где ходят по пустыне выносливые верблюды. Другие переносят на ристалище шахматной доски, где эквилибристы демонстрируют уникальные возможности человеческого тела. Веселый тон шоу добавляют косолапые артисты, которые разрушают стереотипы о себе и демонстрируют чудеса хореографии и грации в постановке «Медвединое озеро». Медведи – это члены семьи. Ты берешь их в трехмесячном возрасте, выращиваешь, им даешь кашку. Вначале молочко, потом кашку, потом жуешь яблочко. Проводишь с ними 27 часов в сутки. То есть они уже в тебе, тебя не воспринимают как что-то потустороннее, как человек со стороны, они тебя воспринимают как члены семьи. Я не заставляю медведей. Вот они делают все, что они хотят. Вот я считаю, это самое лучшее. Это должно быть доверие. Если доверие есть, значит, все будет хорошо. Равнодушным шоу не оставит никого и зарядит позитивными эмоциями на всю рабочую неделю. Клоун коверный Владислав Богданов способен рассмешить даже самых угрюмых ивановцев. Его современный подход с легкостью можно назвать новым словом в цирковом искусстве. Так что за позитивом сначала в кассы, а потом на шоу. Останетесь в восторге.